25-19, не слишком утруждая себя и не сильно балуя публику интригой. В третьем сете хозяева после ряда замен обозначили, наконец, равный волейбол. Тоже не ахти какая неожиданность, ведь «Искра» в принципе мыслится командой уровня «Динамо». Событие из разряда уникальных для волейбола случилось уже ближе к концовке. Связующий москвичей Сергей Гранкин то ли услышал что-то нежное от славящегося температуры организма выше среднего Алексея Спиридонова, то ли сам первым решил донести до доигровщика соперников нечто сокровенное. Так или иначе, над залом пронесся признак рукоприкладства, не свершившийся ужас которого главный судья оценил в две красные карточки. Красная карточка в волейболе большая редкость, а две сразу – это эксклюзив. Под суетливый шумок сенсации «Динамо» довело матч до победы. 3-0.